Всем здорово, меня зовут Алексей. Сегодня я вам расскажу про то, как спланировать маршрут поездки за город на электромобиле. У меня уже есть несколько видео на канале, на которых можете посмотреть, как я совершаю поездку с Киева в Закарпатье на электромобиле Hyundai Ioniq. Соответственно, каждый из этих поездок я готовился, использовал сайт PlugShare, использовал сайты операторов. Сегодня в этом видео я расскажу про то, какие есть операторы зарядной станции в Украине, про то, какие есть зарядные порты в машине. Посмотрим на сайт PlugShare, попробуем проложить какой-нибудь маршрут. Все, что вам нужно знать, если вы ранее никогда не ездили на электромобиле за город и планируете это сделать. Допустим, если вы пользуетесь электромобилем чисто как машиной для города, то есть у вас есть своя розетка, вы заряжаетесь только на ней, ездите по городу и решили поехать за город. Вот попробую в этом видео для вас рассказать, какие есть нюансы, на что стоит обратить внимание. Ну, теперь перемещаемся в компьютер. Открываем ваш любимый браузер. Допустим, это пусть будет Google Chrome. Открываем сайт plugshare.com, на котором мы можем посмотреть карту зарядных станций. В принципе, этот сайт показывает зарядные станции во всем мире. Нас интересуют конкретно зарядные станции в Украине по нашему маршруту. Что здесь можно увидеть на этом сайте? Есть оранжевые маркеры, есть зеленые маркеры, есть маркеры с таким вот инструментом, есть маркеры с колонкой. Маркеры с инструментом означают то, что станция еще не работает, она в процессе установки, либо же в процессе ремонта. Станция с колонкой означает, что станция работает. Здесь вы можете завторизироваться. Вот я уже сейчас авторизирован. Когда вы авторизируетесь, вы можете указать, какая у вас машина, и у вас автоматически под вашу машину будут подобраны зарядные порты. Допустим, у меня Hyundai Ioniq. У меня зарядный порт есть CCS, есть тип 2 зарядный порт, и есть переходник на J1772, поэтому я отмечаю этот порт также. Если тут какого-то порта нету, который вы хотите посмотреть, то можете нажать Show All. И здесь выбрать, допустим, вы хотите посмотреть маршрут не для вашей машины, а для Tesla. Вы тогда вы ставите вот J1772 и HDMA. Ну, можете Supercharger выбрать, но в Украине нету. И смотрите зарядные станции для этих портов. На что здесь можно обратить внимание? И здесь на каждой станции есть рейтинг. То есть вот, допустим, здесь рейтинг 10, здесь рейтинг 9, здесь рейтинг 1, здесь там 5,7 и прочее. Откуда этот рейтинг появляется? Люди, которые приехали на эту станцию, они могут зачекиниться, находясь на ней, и, соответственно, ставить либо же позитивный чекин, либо негативный чекин. То есть у вас получилось зарядиться, или у вас не получилось зарядиться, или там какие-то проблемы есть. Также можно указать мощность, которой была зарядка. Вот люди здесь пишут, что, типа, что по ЧДМ было 40 кВт, было 47 кВт. Подъезд к станции я писал, насколько чистят, не чистят. Можно написать, по какому борту вы заряжались. То есть можно увидеть, что отзывы все зеленые, все успешные. Напротив, можно открыть какую-нибудь станцию, допустим, вот эту электро-ЮА, посмотреть, что отзывов много красных в конце за последнее время. Соответственно, сделать вывод, что станция какая-то ненадежная, ехать туда не стоит. Также можно посмотреть фотографии, где находится станция, либо же вот человек указал, что станция не работает, приложил фотографию. Либо же наоборот, станция может работать, и фотография тоже позитивная, либо же просто фотография может показывать подъезд к станции. Часто фотографии добавляют, собственно, люди, которые устанавливают станции, зарядные компании. По этим фотографиям можно понять, где станция более-менее находится. Вот также есть еще вот такое уведомление. Это когда люди не отмечают, у них была успешная или неуспешная сессия, они просто оставляют какой-то комментарий. Допустим, вот здесь писали о том, что станция может не работать из-за карантина. Ну, в общем, так вот выглядит PlugShare. Что здесь есть классно? Здесь можно проложить маршрут. Находится это здесь вот во вкладке Trip Planner. Можно проложить маршрут с точки, где вы находитесь, туда, куда вы хотите ехать. Допустим, я вот хочу вот отсюда с Киева проехать в Черноморск, допустим, да? Давайте съездим в Черноморск. Вот он прокладывает маршрут, зеленым кружком показывает радиус, на который я могу доехать на одной зарядке. То есть я указал, что могу проехать 199 километров. Давайте укажем более пессимистично, что я пройду 150.
и в каком радиусе искать зарядки, типа отъезжать от маршрута в сторону. Допустим, я готов отъехать на 20 километров в сторону. Вот он показывает мне станции, которые есть по дороге. Показывает, что я не доеду до Черноморска на одном заряде. А полная дорога займет 5 часов 40 минут, 480 километров. Я выбираю, где мне остановиться. То есть я могу выбрать, допустим, смотрю, что вот по дороге есть вот такая станция оранжевая, вот такая станция оранжевая. Давайте выберем вот эту. Она находится на правой стороне дороги, то есть мне не нужно будет делать разворот. И, в принципе, по расстоянию еще до края есть еще запас. То есть я могу, если эта станция будет не работать, остановиться здесь вот, либо остановиться здесь вот. Ну, допустим, скажем, что мы тут остановимся. То есть у нас пишут, что первая остановка будет через 101 километр, через час 20. Дальше нам нужно проехать еще 385. Дальше, допустим, мы захотим остановиться здесь вот. Еще через 115 километров, то есть от предыдущей остановки будет 115. И мне останется еще проехать 270. И снова же я планирую какую-то остановку. Допустим, вот из Кривого озера, или вот могу, допустим, тут остановиться. Давайте в Настасьевке остановимся. У меня останется 167 километров проехать, и, в принципе, я считаю, что 167 я вроде как проеду. Поэтому дальше я уже еду в Черноморск. И, соответственно, вот выходит мой маршрут, что я выехал и сделал три остановки на зарядку. Итак, вы решили прокладывать маршрут и стыкаетесь с тем, что видите какие-то зарядные станции на карте. Как понять, что за зарядные станции, насколько они актуальны, как их запустить и прочее. Для этого нужно понимать, какие есть операторы зарядных станций в Украине. Поэтому давайте осмотрим пятерку самых крупных операторов. Под первым номером давайте рассмотрим все зарядные станции Ясно. Это оператор зарядных станций, который принадлежит компании Ясно, ДТЭК. И у них фишка в том, что они ставят зарядные станции компании ABB европейские на качественном оборудовании, ставят их на трассах и в городах. В основном это станция сосредоточена в город Киев. Из города Киева идут по трассам на Львов, на Одессу, на Харьков, Днепр. То есть основные направления, куда можно доехать с Киева, они покрыты станциями Ясно. На каждой станции Ясно есть три возможности зарядить машину. Первый это CCS2 порт, европейский порт комбо. Такой, как, допустим, есть на Hyundai Ioniq, на новых машинах Audi e-tron, на Porsche Taycan и прочих. Второй порт это CHAdeMO, который есть на Tesla через переходник, а также на Nissan Leaf. И еще на нескольких других моделях машин, менее распространенных. И третий вариант – это тип-2 розетка. Для того, чтобы зарядиться от тип-2 розетки, вам необходим свой тип-2 кабель, который вы подключаете с одной стороны в машину, с другой стороны в станцию. Есть вариации для американских машин тип-2, тип-1. Когда тип-2 идет в розетку, тип-1 идет в машину. Есть вариации для европейских машин тип-2, тип-2. У меня, допустим, есть кабель тип-2, тип-2. Я им подключаю свою машину для таких вот тип-2 розеток. Номер два. Под номером два я рекомендую рассмотреть есть такая компания EcoFactor. У них есть мобильное приложение. Это платформа для разных операторов зарядных станций, которые работают под этим брендом. Эта платформа включает в себя несколько операторов, самым крупным из которых является компания Ionity. Компания Ionity также ставит зарядные станции на трассах. У них есть зарядные станции в основном от двух производителей. От производителя Харьковского Автоэнтерпрайза, от киевского производителя НП. И также есть еще от одесского производителя Экофактор тоже станции. Соответственно, в зависимости от того, какой производитель, там идет разный набор портов. Но обычно всегда есть тип-2. Это либо же будет тип-2 кабель, если это станция производства Автоэнтерпрайз, либо же это будет тип-2 розетка из станции киевского производства NGA, либо же это будет тип-2 розетка, собственно, если производство Экофактор. Тип-1 кабель может быть, может не быть, в зависимости тоже от производства, там, если станция киевская, либо же харьковского производства, там есть тип-1 кабель, если это станция производства Экофактор, там кабеля тип-1 нету медленного. Если по быстрым зарядкам, то также CHAdeMO присутствует на всех трех. CCS2 присутствует
сейчас на харьковских и на киевских станциях, и также будет присутствовать на одесских станциях производства «Экофактор». CCS-1, американский стандарт комбо, присутствует только на станциях компании «Автоэнтерпрайз» производства. Соответственно, компания «Ионити» взяла в себя вот такой вот зоопарк разных производителей, и вам нужно смотреть на конкретно, как станция выглядит по фотографии, чтобы понять, что это за производитель. Но на самом деле, если у вас, допустим, Tesla и CHAdeMO порт, то как бы, вам не важно. Если у вас CCS2, то вы можете по фильтру на прокшере отфильтровать CCS2, и станции, на которых нету CCS2, вам показывать не будет. Но и опять же, если у вас CCS1, то уже сложнее, потому что PropShare считает, что станции CCS1 не должно быть в европейском регионе. Но поскольку машины есть американские, которые привозят там, а также корейские с портом CCS1, то есть и станции. И на фильтрах PropShare CCS считается европейский, поэтому если станция оборудована американским CCS1 портом, она также указана так, будто у нее CCS2 порт. Немножко запутанно звучит, но суть такая. Поэтому просто запомните, что CCS1 порт, чтобы был, вам нужно, скорее всего, получить свою станцию производства AutoEnterprise. Это, она может быть, допустим, того же Ionity, Экофактора. Но поскольку мы затронули же AutoEnterprise как одного из самых крупных производителей зарядных станций в Украине, перейдем к пункту 3. AutoEnterprise. AutoEnterprise – это производитель зарядных станций, это биллинг, мобильное приложение и оператор. В сайте все мобильное приложение AutoEnterprise, в нем также можете посмотреть карту зарядных станций, которую предлагает эта компания в своем биллинге. Станции производства AutoEnterprise обычно оборудованы 5 портами. Это порт для быстрой зарядки CCS1, американский стандарт, CCS2, европейский стандарт, порт CHAdeMO, а также медленный порт тип 1 и тип 2 кабеля, в виде кабелей. Обычно AutoEnterprise не ставит розетку тип 2, она вешает кабель для вашего удобства. Пункт 4. Компания GoToYou, ее стоит отметить здесь, поскольку она ставит очень качественное европейское оборудование. У них станции очень хорошие, но их пока что мало. В основном они сосредоточены, это Львов, там несколько станций, плюс есть станция в Ужгороде на сегодня и станция в Луцке. Также планируется в этом году станции в Ровно и станции в Киеве. То есть полностью трасса Киев-Львов будет покрыта и можно будет доехать до Ужгорода. Также в других городах тоже планируется открываться зарядные станции сети GoToYou, что меня очень радует, потому что с ними очень приятно заряжаться. Оборудование качественное, классное. Оборудованы они обычно тремя возможными портами. Это CHAdeMO, это CCS2, европейский комбо-порт, и розетка тип 2. Точно так же, как у Ясно, и точно так же, как у станции производства EcoFactor. Ну, кроме того, что станции производства EcoFactor пока что не вешают CCS2 порт, они еще ведут разработки и вроде как скоро обещают, что будут вешать. Пятерку завершим. Есть такой оператор, называется Тока. Вам тоже следует им пользоваться, это хороший оператор, но у них в основном по трассах стоят медленные станции, а скоростные станции стоят точечно в каких-то определенных местах. Допустим, на трассе с Киева на Люблин есть станция в городе Сарны, там стоит Тока. В Черновцах много стоит станции Тока, в Киеве много стоит станции Тока, также в других городах есть скоростные станции компании Тока. Так что вы можете учитывать станции тока в своем маршруте. Либо же, если у вас есть цель заряжаться переменным током, то станции тока также много по Украине, можете ими также пользоваться. Но это будет пятерка самых крупных операторов в Украине. Все эти операторы, которые я назвал, имеют одно общее – мобильное приложение. Вам нужно поставить мобильное приложение оператора. В этом мобильном приложении вам нужно создать учетную запись, аккаунт, и положить деньги на счет этого оператора. Из этого счета вы уже используете деньги на зарядке. То есть в этом плюс и в этом минус. Плюс в том, что вам не нужно каждый раз вводить данные карточки и проводить какие-то операции перед каждой зарядной сессией.
Вам только нужно в приложении подтвердить, что вы хотите заряжаться сейчас здесь. А минус в том, что вам приходится замораживать часть своих денег на счетах этих операторов, а поскольку операторов не один, а пять, то вам придется пополнять 5 различных кошельков и вложить на них деньги. Либо же выбирать себе какого-то оператора любимого и пользоваться только им, допустим, Экофактором, или Ясно, или Автоэнтерпрайз. Но часто бывает такое в маршрутах, что не получается пользоваться только одним оператором и приходится пользоваться другим. Станция может быть занята, вы видите конкурента, станция может не работать, станции может просто не быть на вашем маршруте. Допустим, я когда езжу на Закарпатье, то станции Ясно есть только до Львова, а дальше от Львова уже станции Ясно нет, и мне приходится использовать станции компании Автоэнтерпрайз, потому что других нет. Поэтому вы пополняете мобильное приложение, счет каждого из этих операторов. И кроме того, многие операторы имеют минимальную сумму, которую вам нужно иметь на счету для того, чтобы запустить зарядную сессию. Где-то, допустим, в Экофакторе это условные 5 гривен, чисто символически. Где-то, как у Ясно, это требуется пополнить на 25 киловатт-часов по 9 гривен, то условно, примерно 200 гривен. На Автоэнтерпрайзе также требуется, чтобы у вас на счету было не меньше, чем 200 гривен для того, чтобы начать зарядную сессию. Есть компании, которые такого ограничения нет. Допустим, у Токи, насколько я знаю, такого ограничения нет с минимальной суммой. Также вы, когда приезжаете на эту станцию, есть разные способы оплаты, разные тарификации. Есть тарификация за потребленные киловатт-часы, то есть сколько вы физически потребили электроэнергии. Есть тарификация за время, сколько вы стоите на этой станции. И есть тарификация за простой. Это когда у вас машина полностью зарядилась, но вы еще стоите на зарядке с всунутым коннектором в машину, с подключенным, и, соответственно, занимаете место для зарядки. И в разных тоже операторах разные условия, но в целом идея в том, чтобы вы не занимали место для зарядки, когда зарядились. И зарядились, отъехали в сторону. Поэтому многие операторы берут сейчас плату за простой. Это может быть там 50 копеек в минуту, гривна в минуту. Это может быть тарификация сразу после зарядки. Может быть тарификация через там, 15 минут после зарядки или там, через полчаса после зарядки. Зависит от оператора, разные условия. Но сейчас в основном все это вводят специально, чтобы не занимали места для зарядок. Это и плюс, и минус. Плюс в том, что если это скоростная зарядка, то вы подъедете и, скорее всего, там будет свободно. То есть не будет такого, что человек занимает место и не заряжается. А минус в том, что когда вы приезжаете в гостиницу ночевать, оставляете машину на зарядку, то машина может уже зарядилась, а ночь, и вам может начать идти тарификация. В таких случаях я рекомендую смотреть наперед, есть ли тарификация за простой, с какого времени она начисляется, иногда это бывает, она начисляется не сразу, а с 7 утра или с 8 утра, а также есть еще такой лайфхак, можете, если машина позволяет, понизить скорость зарядки, специально, чтобы зарядка закончилась тогда, когда вы уже проснетесь, чтобы вы могли физически освободить станцию. Это не сильно корректно по отношению к другим владельцам электромобилей, если они приедут ночью. Но будем откровенными, кто приедет ночью в отель на зарядку посреди ночи? Мало кто. Поэтому, если вы с вечера заняли место на зарядке, с целью переночевать и поспать, и у вас вот такая ситуация, что требуется плата за простой, то вы можете уменьшить скорость зарядки. Многие машины это позволяют делать. Допустим, Hyundai Ioniq позволяет такое делать, Tesla позволяет такое делать, и другие автомобили также. Ну, в целом, это, наверное, все. Если у вас остались какие-то вопросы, прошу в комментарии к этому видео. Оставляйте их. Если что-то еще непонятно, я еще досниму, может, отдельное видео для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Ставьте лайк этому видео, если вы считаете, что оно было полезным. Подписывайтесь на этот канал, если вы еще не подписались. Поставьте кнопочку колокольчика, чтобы видеть мои видео первыми в уведомлениях на YouTube. Я буду очень рад. Пока.